А вот, кстати, я когда подключал джойстик, у меня вот это обозначение нету. Типа показывает все равно мышку вместо джойстика. Ну да. Так он тоже на компьютере играет? Ну да. О, фрикравль. О, блин, ненавижу комбинезон, мне не нравятся комбинезоны. Можно выбрать. Я убираю постоянно комбинезон. Я тоже. Как по мне, комбез это чисто так, типа, кому нравится, тот носит. Угу. Как качественный там автомобиль? Это у арта нет. Только. У меня стоп. Я кайфую, бля, у меня джойстики вибрируют, типа, когда по оффроуду еду. Это прям вообще максимальное погружение. Medal of Cornwall? О, медаль за отвагу, вообще имбовая игра. Блин, не знаю, я прям кайфанул, когда первый раз прошел медаль за отвагу. Мне прям понравилось. Мне скорости не хотел. Мне тоже. О, мне тоже. А, ну тебе там накачанное будет полегче. Ну да. Ага, нифига себе. Куда ехать? Да, дальше. Вот. Там дорога. В трубу, в трубу. Бля, мне нравится то, что я могу прям полностью контролить тачку. Блять. Привет. Да я мы. Правда непривычно немножко. Потому что камера не такая. Сейчас опробовал, у меня почему-то не получалось хоть на клавиатуре, я умею гладить, ну, практически идеально. Гладить я не знаю. Я не пробовал. А, слышишь, Арк, там получается в зеленую трубу, да, падать? Ну да. А, все, увидел. Да, если на клавиатуре ты можешь гладить, контролировать шифтом, то есть, чтобы не перегибать колесо вверх. А на джойстике не понимаю, типа, чем там надо контролировать. Самим стиком или как? Стиком у меня не получалось чисто. Арт, как ты попал, блин? Я промазал. Да, в то место. Наверное. А я вот с тобой сейчас, куда нам? А, наверное, дальше вниз по уллрайду, наверное, я думаю. А, нет. Нет. А, так вон чекпоинт сверху, в чем проблема? А у меня не поднимается. А, задом, пацаны, поднялось. Да блять.
Ай, блин, я как-то быстро загнался. Непривычно вообще, неудобно. О, до прыжки. Блин, вообще я дискомфорт немножко чувствую, себя овощем чувствую, когда опять. На джойстике, я говорю, только первый раз попробовал скулл-теста пройти на геймпаде. Это да. Тут куда? Ага. Сразу тормозить? Ой, я тормозился. Нормально. Нет, я опять упал. Просто понимаешь, там камеру типа ёрзает, и там не совсем понятно, когда выпрыгивать. А вот когда на клавиатуре, там немножко попонятнее. Да там потому что ты угол обзора сам контролишь, а... Блядь! Хорошо. Ну смотри, после центра буквально еще метра два и сразу начинает тормаживаться. Я типа идеально прошел. Здорово, добро. Что, ты софт удалил? Данил, у тебя получается? Такое. Ну, а блин, я такой клоун немножко. Да-да. Плейлист у Арта. Можешь присоединиться через меня. Короче, нафиг геймпад неудобно, не привык. Бери клавиатуру, чё ты? А, да я и так уже взял. Не знаю, не сказал бы, не знаю, мне не зашло лично. Чего? Чего не зашло? Не зашло на геймпаде. Нет, типа прикол есть в нем один. Слушай. Когда типа есть такие элементы, которые там надо прям контролить тачку, типа, привет, Данил. Да. О, здорово, Эксодус. Присоединяйся к карту. У нас плейлист. Эксодус, добрыми словами меня вспоминаешь. Да, конечно. И кто-то нахуй задыхается, блядь. Ну я финишировал. А я прав. Прямо Китай в рот. Да бля. Давай, Данила. Зад. Ай, НТНТ. Нет, да как там затормозить? Там это слышишь, Шарт? Что это, слышишь? Там стоппер. А, стоп, все. Или нет? Окей. Все понял. У вас хилл-тест? Да. Тут типа того, да. Нормально. Блять, ну куда он зашел обычно? Я отойду пока что. Данил, сейчас надо на маленькую тоненькую вот эту лорай, да. И там дальше в конце будут бустеры, получается, стопишь. Я понял. Блять, почему у меня это так туго нажимается? Меня соскользнуло, сука. Ну, Настя. Нет, нельзя. Можно, нас четверо. Можно, Таймер пойдет. А да, блин, я вот этому человеку молодому говорю. Да блять! Ну что, блять, я не закрылкивается.